Здравствуйте! Хотели бы рассказать вам сегодня про анкерный шуруп, который необходимо использовать для крепления любого перфорированного крепежа. Собой анкерный шуруп представляет, чем он отличается от обычных шурупов. Прежде всего, у всех анкерных шурупов есть специальный режущий паз для легкого вхождения. Дальше идет шляпка с плоским основанием, которая будет плотно прилегать перфорированному крепежу в плоской части. И особенность является в том, что у каждого анкерного шурупа есть форма бочонка под головкой, которая будет полностью заполнять отверстие 5 мм в перфорированном крепеже. Также удобство инсталляции в том, что, как видно, он самоцентрующийся, и он не болтается, то есть его практически невозможно установить криво, как если бы это было в случае с обычными черными шурупами, либо же с обычными потайными шурупами с потайной головкой. За счет того, что имеется бочонок, который полностью заполняет отверстие в перфорированном крепеже, нагрузка будет распределяться равномерно на все установленные шурупы, которые будут в перфорации, в то время как, если же в случае с шурупом с потайной головкой, нагрузка будет распределяться сначала на несколько шурупов, которые имеют самое близкое соотношение к режущему пазу и так далее. Эти шурупы бывают трех размеров, начиная от 35, 40 и 50.